Лекция на тему начала курса. Курсы будут назначаться специальными людьми, которые будут в закрепе в академии. Прохождение курсов будут проходить 3 рабочих дня, не полных. Первые 2 курса будут состоять из лекций и тренировок. Третий курс это будет экзаменационный, но вы по замене уже будет третий курс тоже состоять из лекций и тренировок. Вот. И четвертый курс, это у вас будет сдача электронного теста в Google форме. Все. В принципе. И сдать тест, ну, экзамен вы можете как в игре, так и в этом. Хотя мы сделаем больше ближе к электронной сдаче, чем